Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дудаплей, и мы продолжаем играть в игру Hills of Steel, и выбираем танк Скорпион, выбираем черненький, и давайте попробуем с этим танком повоевать. На, смотри, у него фиолетовый, отравляющие яйца. На. Видишь, он стреляет своими же яйцами, арахнидами, скорпиончиками. Либо это просто какая-то такая, типа, жвачки, отравляющий яд. Снаряды такие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Так, уничтожили мы. А, такой вот мощный танк. Ребята, если нравится такой танк, напишите в комментариях. Какой больше танк вам нравится? Еще нравится вам новое обновление в Hills of Steel. Пошел у нас. Легиончик. Это у нас босс. И мы его сейчас щелкнем с двух ударов. Смотри. Раз, два. Получается, мы отравляшку выплюнули. И ударили жалом. Все, у нас здоровье 100%. Можно здесь встать на холм. Постоять немножко, подождать. Нет, никого нету. Идем дальше тогда. Можно пострелять. На! Есть. Уничтожаем танки. Ух ты, как мы их щелкаем хорошо. На, получай. Есть, готовы, готовы, готовы. Катюша прибежала. Приехала. И мы ее щелкнули. Ну, так же... А, смотри, троечком они встали. Да, они, мне кажется, просто в шоке. От такого скорпиона, такого мощного, сильного танка. О, что-то у вас тут много. Где же второй босс? Есть, вот он. Вот он едет, второй босс. Удар грома. Давай, едь сюда ко мне. Сейчас я тебе... Чисто отравляшками буду уничтожать. Все, готов. Два или три раза мы в него выстрелили. И он, ребятушки, был повержен. Да. А, ребята, также я хотел бы передать привет Елизавете, Андрею, Елене, Оксане и Эльзе. А, ребятушки, я передаю вам большой-большой привет. Так, все, привет я вам передал, как вы просили. Ну, а если ты хочешь, чтобы я тебе передал привет, ты должен написать в комментариях привет, и в следующем ролике я передам привет лично тебе. Ну, конечно же, ты должен поставить лайк этому видео, и, конечно же, ты должен быть подписан на канал. Так что подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики, а также пиши комментарии приветы, и я тебе в следующем ролике передам привет лично тебе. Да, ребята, и хороших, отличных вам каникул. Хорошо, хорошенечко отдохнуть этим летом. Ну, а мы продолжаем уничтожать танки. О, скоро-скоро будет третий босс. Да, ух ты, как тут много. Так, нет-нет-нет-нет-нет. Ребятушки, я это уже проходил. Когда вот много-много танков стоит. Они просто уничтожают меня конкретно, причем. Ну, два танка не страшно. А когда их там десяток танков, то это уже не очень хорошо сказывается на моем здоровье. А на здоровье танка, естественно. Так, ну что у нас тут? Легиончик пошел. Давай. Едь ко мне, дружище легион. Получай. Так, два удара. Да. Все так же и осталось. Два удара, и босс уничтожается. Давайте подлечимся. Здоровья уже очень мало. Я не знаю, что творится. Что творится? Что творится с этим танком? О, прям очень много сейчас, смотри, подъедут сейчас. Будут стрелять. Давайте мы жалом. С помощью жала будем еще применять ударчики. На! Кстати, если ты хочешь, я могу чисто скорпионом пройти
Чисто жало. Использовать чисто жало. Интересно будет. Далеко ли мы пройдем? Без отравляющих. Вот этих яиц. Ну хотя они очень такие эффективные. Яички. О, здоровье уже, здоровье маленькое. Так, отходим, отходим, отходим. Не-не-не-не-не-не, ребята. Вас слишком много. А я один. Так, кто там живой остался, нет? А, нет. Все уничтожились. Нет, вот еще и стоят. Чуваки. На, есть. Одного уничтожили, хорошо. Вот этого тоже сейчас щелкну. Отлично, отлично. Отщелкали. Ой, здоровья у нас уже совсем мало. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Прямо меня стреляет, смотри. Что ты будешь делать, а? На, получай. На. Готово. Готов. Чувак. О, взорвали меня. Ой, как тяжело. Как плохо, то есть. Уничтожили танк. Так, починить танк с помощью ремонтного набора. Да, давайте. Починим танк. Есть, починились. Идем дальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. На, получай. Так, вот еще, смотри, танки едут. Сейчас мы здесь их отщелкаем. О! Готовы. И вот здесь еще у нас остались танки. Давайте мы их щелкнем. Ой, все, и нас уничтожили, к сожалению. Да. Так бывает, ребята. Ну что ж. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play. Мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. И мы выбрали нашего скорпиончика, которым мы будем, ребятушки, с вами проходить на рекорд. На рекорд. Сколько мы уничтожим волн наших врагов. Ну, отлично, мы пошли. Смотри, какой большой скорпион по сравнению с обычными танками, да? Мы их просто-напросто уничтожаем легко. Так, и скоро у нас будет уже босс. На, получай, гад. Смотри. Так, тихо. Куда я попал? Есть. А вот, ребятушки, и первый наш босс. Легион. Давайте посмотрим. С одного удара уничтожим легиона-то. На, готов. Уничтожили с одного удара. А, и мы его уничтожили. И давайте, ребятушки, попробуем, поиграем в классический. Например, в зимнюю войну. Давай, зимой. Зимой походим. Конечно же, окраска не подходит для зимы. Потому что у нас скорпион черный. Ну, смотри, фиолетовые оттенки, дорожка фиолетовая, да? Как бы сливается немножко там с дорожкой. Но окраска, конечно же, у него не для зимы. Но есть также, конечно же, скин светлый. Мы обязательно с светлым поиграем. Зимний вариант. И посмотрим. На, эти жалобы буду смотреть. Просто-напросто уничтожаем этих врагов, вражеские танки. Одним ударом. Просто жалом. Щелкаем их. И они уничтожаются. Легиончик, легиончик едет. Сейчас мы его, ребятушки, щелкнем. Попробуем одним ударом, смотри. Нет, одним ударом не получается. Два удара, отлично. Хорошо. Ремкомплект берем. Подлечили 100%. Идем дальше. О, дружище. Смотри, они попадают мне в хвост. Вот это вот Катюша. Вот эти остальные танки. Прямо такие в хвост они попадают. Хвост большой, на пол экрана, поэтому как не попасть в него, это очень легко. Давайте здесь пока встанем. Опа, на, держи, еще ударчик. Есть. Яйцами стреляем. Ребята, кстати, я хотел передать привет. Привет сегодня мы передаем Андрею, Елене, Оксане, Елизавете и Эльзе. Ребята, я вам передаю привет большой. Желаю хорошего настроения.
отлично провести каникулы летние. И смотреть ролики на канале Duda Play. Так, ребят, а если вы хотите, чтобы я вам передал привет, да, кто, кому еще не передавал, то это очень легко. Просто пишите в комментариях под видео привет, и в следующем ролике я передам привет именно тебе. Да, ну и обязательно, конечно же, ты должен поставить лайк этому видео, написать привет и быть подписанным. Так, все, прошли мы уровень, уничтожили мы босса. Давайте посмотрим. А чё я стою? А я стою и жду, когда поедет следующий босс. Это же не схватка боссов. Это просто у нас зимний вариант. Ну, здоровья у меня много. Я думаю, мы еще две волны точно пройдем с вами. Конечно, если не будут нам мешать остальные вот эти вот чуваки. Если мы их уничтожим... О, видишь, Катюша. Катюша прибежала. Приехал танк. Танк Катюша. Екатерина. Вот так вот, смотри. Ой-ой-ой-ой, смотри, они там сели и... Давай, что делают? Сейчас мы отравляющую вот эту покидаем. Нет, не докидываются. Будем жалом их мочить. О, перевернулся, смотри, танк. Нехорошо, нехорошо. На, получай. Сейчас будем напролом идти и всех уничтожать. Все, вы мне надоели, танки. Вас слишком много. Откуда вы лезете? Сейчас я вас всех уничтожу. Хорошо. Моя тактика мне помогает. Наверное. Ну, это не точно, конечно. Я и получаю урон. Мне нужно дойти до босса. Очень много танков. Смотрите, ребята. Очень много танков. А ну, уничтожаем мы танк с одного выстрела или нет? Или они уже тоже какие-то защищенные? О, мне прямо сюда им попасть бы, где их там очень много танков. На, получайте. Не, смотри, все живые там сидят. Так, едет у нас легиончик. Давайте мы его сейчас попробуем щелкнуть. Так, легион, кажется, с двух ударов уничтожался раньше. Да. С двух или с трех стал уничтожаться. Ну, сейчас посмотрим здоровье следующих танков. Правильно моя теория, верна или нет? Что с каждой новой волной у танков больше хп появляется. Так. По идее, он должен взорваться. Нет, смотри. Да, действительно. Им добавляют хпшку. Разработчики так сделали. Ага. Вот он сейчас взорвался. Ладно, идем дальше. Опа, попали мы в него или нет? Ладно, сейчас будем жалом мочить. На! С жалом. Готов. Так, давайте подождем, сейчас посмотрим. А, вот, смотри, вот они танки. Их достаточно-таки много там. На! Есть. Этот взорвался, чувак. О, здесь, смотри, я хорошо прям в них попадаю, где их там много очень. Вон, видишь, сидит. Сидят. На! Как только я стал подъезжать, они почему-то все взорвались. Давай, 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 давай. Во! Скорпиончик. Сейчас мы их всех отщелкаем, вот этих вот врагов наших. На, получай! Вот, смотри, едут, едут. Готов. Вот еще один едет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, Катюша, смотри, попадает. Как бы у нас хвост высокий такой, длинный. Он не складывается, к сожалению. И Катюша прям стреляет, попадает в наш танк. Все, здоровья очень мало. Надо немножко отъехать. Отойти и стрелять вот так вот. Опа, есть. Тихо, 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 тихо. О, попал. Попал меня немножко. Ладно. Всё, ага, уничтожили. Так, используем ремкомплект. И у нас есть еще возможность немножечко поиграть. Может быть, дойти до босса. Получится или нет, это точно не сказать сейчас я не могу. Так, надо нам стрелять. Так, мы не попадаем в них. Отходим, отходим. Сейчас будем стрелять. О, есть попадание. Отлично, отлично. Идем дальше.
Охо-хо-хо-хо, смотри, лежит чувак. На! Получил. О, эти бомбочками кидаются. Гады. Сейчас мы их отщелкаем. Здоровья уже мало, совсем мало здоровья. Скоро мы погибнем. Осталось совсем чуть-чуть. Давай. Ой-ой-ой, здоровье у нас заканчивается. Здоровье заканчивается, ребята. Сейчас уже погибнем. Но Скорпион не сдается, смотрите. Идет нахрапом. О, все. Конец игры. Да, ну мы молодцы, мы побили свой рекорд, ребятушки. Это очень хорошо.